Сейчас о назначении. Учебный год только начался, а в 12-й школе новый директор им стал Эдуард Камягин, житель города Кунгура, до этого возглавлявший районное управление образования. Также Эдуард Александрович известен как заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Кунгурском районе. По сообщению сайта администрации города, Галина Григорьевна Кавергина, экс-директор школы в микрорайоне Нагорный, ушла с поста руководителя по собственному желанию. В должности директора школы она проработала 5 лет.